Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 96. Прочитайте предложение, запишите число процентов в видеодроле и прочитайте полученное предложение. Итак, А. Число 25 составляет 25% от 100. Запишем 25% в виде дроби. 25% – это 25 сотых. Можно сократить на 25. Получаем 1/4. Теперь прочитаем полученное предложение. Число 25 составляет 1/4 от 100. Б. Число 20 составляет 50% от 40. Запишем 50% в виде дроби. 50% – это 50 сотых. Можно сократить на 50, и мы получим 1/2. И тогда предложение будет звучать следующим образом. Число 20 составляет 1/2 от 40. И В. Число 500 увеличили на 10% и получили 550. 10% запишем в виде дроби. 10% – это 10 сотых. Можно сократить на 10 и получаем 1/10. И тогда предложение будет звучать так. Число 500 увеличили на 1/10 и получили 550. Мы сделали номер 96. Если у вас есть вопросы или предложения, то оставляйте свои комментарии под видео.